Всем привет на моем канале. Получилось сегодня 22 января. Получилось пойти на выставку, так называемые в Польше тарги шлюбные. Ну, тарги шлюбные как это? Тарги это как торговля. То есть получается, что предлагают свои услуги фотографы, флористика, разные салоны свадебные, кольца, автомобили. В принципе, я под этим видео постараюсь сделать фото. Все рекламовки, которые получилось взять, я будет также ссылки на сайты салонов в описании. Ну что могу сказать, что вход был всего лишь 20 злотых, это не очень дорого. Понравилось немного. Пообщался, узнал ценовая политика, сколько что стоит. В принципе, следующая выставка должна пройти в Варшаве. Так что, кто любит посмотреть, кто увлекается фотографией, или там, допустим, флористикой, или, допустим, там делает какие-то изделия для свадеб, также шьет платья или фотографирует, всем советую посетить данную выставку, так называемую тарги шлюбни. В принципе, на этом все. Кому понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!